Стоимость растет, соответственно, расширяются производственные мощности. Сейчас у компании есть 16 заводов, 3 из которых находятся на территории Центральной и Восточной Европы. Завод в Германии самый старый, в Польше самый большой по численности, более 3000 человек. Наш завод самый молодой, но еще более 3000. Это завод европейского уровня, на котором используются новые современные оборудования, новейшие технологии. Производство отвечает самым строгим экологическим стандартным требованиям. Строительство завода в России первым инвестировал более 40 миллионов долларов. Значительная часть из этих средств потрачена на обеспечение экологической безопасности и контроля качества. Производство начинается со склада ингредиентов и упаковки. Здесь разгружаются и хранятся материалы, которые в дальнейшем используются в производстве. Мы закупаем ингредиенты и производителей, продукция которых подобрана в исследовательском центре и САФИНГ. Большая часть сырья импортируется, но планируем активно сотрудничать с лучшими российскими производителями. Следующий этап – размешивание ингредиентов и приготовление миксера в косметической массе для распосылки. Перед разгрузкой миксера в химической лаборатории производится отбор образцов, тестируем на сходство запаха и цвета с тщательным химическим и микробиологическим анализ продукта. И только если готовый продукт удовлетворяет всем установленным требованиям и полностью соответствует стандартам качества, он поступает на посылку. При завершении готовой продукции обгружается со складом на сборочной линии. На сегодняшний день работает линия по производству шариковых дезодорантов, лосьонов, шампуней, гелей для душа, пенопластов, ароматизированных кремов, тубов. Запущена линия по производству кремов баночных и тушек для ресниц. В августе 2006 года было начато производство спиртосодержащих продуктов и парфюмерии. В феврале 2006 года наш завод был отмечен очень почетной наградой Эйлон за высокое микробиологическое качество производства. Эта награда присуждается тому заводу Эйлон, что производство соблюдается в состоянии микробиологической чистоты. Эта награда еще раз подтвердила, что у нас изначально установлены правильные и жесткие процедуры контроля качества. Таким образом, мы обеспечиваем высочайшее качество производимой нашей продукции. Завод «Марафонинский» обеспечивает продукцию не только российский рынок, но также Украину и Казахстан. В дальнейшем мощности завода будут развиваться, и в Европе заказов представителей может выделить продукцию с надписью «Сделано в России».